привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня хочу напомнить вам о том, что свет увидела моя книга, первая книга, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Стоит она всего 8 баксов. Действительно, это очень дешево за ту информацию, с которой я с вами делюсь. Книжка будет очень важна для тех, кто только начинает свой путь в бодибилдинге, кто хочет грамотно развиваться, понимать, что и для чего он делает. И для инструкторов будет очень важна эта книга. И даже если вы будете не согласны с моим подходом, с моим видением, с моей точкой зрения, это будет полезно для вас, чтобы посмотреть на наш спорт, на наш образ жизни немножечко с другого угла, а может быть даже с противоположной стороны. Потому что, как вы заметите, я привожу совершенно иной подход к тренингу, к взгляду на тренинг, к питанию, к тому, что принято считать основами в бодибилдинге. Особенно в натуральном бодибилдинге. Вы знаете, я никогда ничего от вас не скрываю. Когда я использую фармакологию, я об этом открыто говорю. Сейчас я действительно немножечко использую на темной стороне, но это никак не отменяет более чем 25-летний стаж моего тренинга в натурашку. Более 15 лет я тренирую людей вживую, онлайн. Это происходит с переменным успехом. Также, вы знаете, у меня есть закрытая группа персональных тренировок, где на каждую новую неделю я выкладываю новую программу тренинга, основанную на периодизации по принципу различия мышечных волокон. Вы знаете, три типа мышечного волокна – гликолитический, окислительный и промежуточный. Каждый тип мышечного волокна необходимо тренировать и делать это по принципу периодизации. Каждый тип мышечного волокна необходимо тренировать на силу, на массу, на выносливость. Вы заметили, что нету здесь словосочетания «на рельеф», потому что любой грамотный человек, современный человек, кто более-менее в теме сейчас, понимает, что на рельеф можно только есть. Тренировки всегда должны быть грамотными. И бодибилдеры мирового уровня показывают это. Очень важно понимать, что, для чего, зачем, как и когда вы делаете. И моя книга, и моя группа поможет вам в этом. Книга для новичков и среднего уровня. Расписаны тренировки почти на 2 года тренинга. Преподносятся все в виде ступеней. Дается информация, как, когда переходить на определенную ступень. Группа, сразу говорю, не для новичков. Когда вы достигли того, тех результатов, тех нормативов, которые описаны в тренинге и в самой книге. Друзья, если вы уже приобрели эту книгу, оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментарии. И мне будет интересно и тем, кто еще не приобрел эту книгу. Но я вам гарантирую, что ни один из вас не пожалеет, что потратил на это свои кровные 8 баксов. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Скоро на канале выйдет отличнейший плейлист для девочек. Вы получите план периодизации тренинга, где каждая тренировка будет показана. Я снимаю сейчас целый огромное количество видеоматериала с Аллой на каждую тренировку по принципу периодизации, которую я вас учу, сам практикую, все мои ученики. Не забывайте, что существует 3 типа мышечного волокна. Гликолитическое, окислительное и промежуточное. Каждый из вида волокон требует своей определенной методики в тренинге. На силу, на массу, на выносливость. И не забывайте, что на рельеф можно только питаться. Сами тренировки не меняются, что показывают лучшие атлеты в нашем виде спорта и в других. И если вам кто-то говорит, что эта тренировка жиросжигающая, а это нет, то вас просто вводят в заблуждение, либо хотят развести на бабки. Или, что чаще всего, человек просто сам безграмотный и не понимает, что к чему в нашем движении. И, как вы понимаете, у такого человека нет смысла чему-то учиться, разве что глупости. Или как делать не нужно. Всегда думайте головой, друзья, перед тем, как сделать какой-либо шаг.
Оставайтесь на канале, помогайте мне делать его лучше. И мы с вами обязательно увидимся в следующих видеороликах и в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.